Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на обзор от Поблита. Сегодня у нас очередной интересный гость. Это зарядное устройство VP1 с возможностью индикации режима заряда вольтажа от известной фирмы X-Star. Давайте познакомимся поближе. В такой коробке из матового пластика, которую помяла почта, лежит. Пришло зарядное устройство. На коробке много всякой информации о режимах, о заряжаемых форматах батарей. Вот за окошком видно, собственно, зарядку. Внутри в блистере белого цвета находится, собственно, зарядное устройство. Блок питания 220 вольт поддерживающий, автомобильный адаптер, гарантийная карта и инструкция. Итак, давайте посмотрим поближе наше зарядное устройство. Что из себя представляет? Представляет очень компактное решение. Снизу, видите, есть радиатор, щели, то есть для того, чтобы входил холодный воздух, чтобы выходил. Где располагается гнездо для адаптера питания. Спереди зарядное устройство. Заклеена гарантийной наклейкой. Подпружиненные контакты достаточно тугие. Кнопка переключения режима. Вот. Зарядное устройство. Индикатором сети с вилкой по 220 вольт. Собственно, разъем. Давайте посмотрим на нее в деле, что она нам может предложить, как она будет себя вести. Это возьмем. Два разных аккумулятора. Вот. Включим розетку в сеть. При включении в сеть загорается зеленый индикатор. Вот. И на экране, вы видите, включается режим зарядки 0,25, 0,5 и 1 ампер, который мы можем переключать. Ставим аккумулятор, видим следующую информацию, его вольтаж и что пошел заряд, процесс зарядки. Ставим второй аккумулятор, показывает 4,04 вольта, и тоже видите уровень зарядки, то есть действительно зарядное устройство двухканальное. Более детально я на нем остановлюсь, на обзоре этого устройства остановлюсь у себя в блоге. Читайте нас. Спасибо вам за потраченное время. И до новых встреч. Всего вам доброго.